Будет ли революция на авторынке? А я сильно вас ошарашу, если скажу, что не будет. Ну, вы я меня ошарашу. Ну, вы меня... Мне потребуются от вас аргументы какие-то услышать. Пожалуйста, давайте я на прекрасной даме объясню. Юля, если вы завезете завтра из Парижа, зайдете туда в галерею Лафайет, осуществите так мечту, привезете где-то 2000 пар обуви, кучу прекрасных платьев. Я бы тоже просто хотела, так. Да. Ну. И будете сами ими пользоваться. Это произойдет какие-то перемены на рынке Украины обуви или платьев? Да не. Не. То же самое. Если автомобиль человек завозит и пользуется сам, не имеет права его продать. Но в течение года. В течение года. А в течение года произойдет какие-то изменения в на вторичном рынке? В течение года это означает только то, что в принципе на вторичном рынке в течение года не будет падать цена. Но после одного года уже начнут падать цены на рынке вторичном. Да, это в зависимости от того, сколько автомобиль таких завезет. Мой прогноз, что наоборот, если в прошлом году было завезено 56 тысяч автомобилей бэушных, подержанных, то в этом году завезено будет гораздо меньше. Вот я прогнозирую. А объясню почему. Угу. Потому что до прошлого года можно было, до Нового года, можно было завозить автомобили 10-11 лет, угу, которые существенно дешевле в Европе, правильно? Угу. А сейчас можно завезти с Нового года. Мы ввели Евро-5. И с Нового года мы можем завести автомобили не старше 5 лет, ну, которые хорошо существенно дороже в Европе, не забывайте. Ну, смотрите. То есть 1000-2000 евро автомобилей, которые возрастом 5 лет, в Европе не бывают.